Волейболистки «Ами» сыграли заключительные матчи сезона. В финальной части чемпионата России среди команд высшей лиги наши спортсменки выступали в играх за 5-9 места, второй тур которых проходил в омском велотреке. Этот момент напрямую связан с успешным выступлением команды. Он показал 6-й результат в предварительном этапе чемпионата. По регламенту туры проходят на площадках команд, занявших 5-6 места. Я считаю, так скажем, выполнена задача. Почему? Потому что все-таки это первый год, и в основном все игроки у нас свои остались. Я думаю, что мы показали уже свой максимум. То есть выжато было на самом деле все. То есть выше своей головы, естественно, человек не прыгнет. Но еще удержание, все время держать игру и уровень, мы еще не готовы. Важную роль сыграл еще один момент. В этом сезоне он получил поддержку от правительства региона. Также у команды появился спонсор – компания «Руском», при содействии которого было приобретено современное покрытие для игровой площадки. Я вижу, что сегодня есть у наших девочек все. И новая площадка, поле в победе, характер. В финальном туре «Амички» подтвердили свой результат. Наши волейболистки выиграли 2 поединка из 4 и сохранили за собой 6-ю строчку. В планах на новый сезон – работа по совершенствованию игры и укреплению состава. Если руководство идет навстречу и есть желание подниматься в турнирной таблице, то, конечно, будем усиливаться. Подготовку к новому сезону он начнет в июле.